В Запорожье актер и телеведущий Антин Мухарский презентовал песни про Путина. В рамках своего творческого проекта «Лагідна украинизация» Мухарский выступает в роли ярого националиста Ореста Лютого. С помощью этого сценического персонажа он высмеивает недостатки современных музыкальных направлений и разоблачает сущность российской пропаганды. Последней теме посвящен весь новый альбом Ореста Лютого под названием «Песни русского мира». 13 саркастических музыкальных композиций на русском языке адресованы оппозиционерам России, которые, находясь там, болеют за Украину. Песни, по словам Мухарского, открывают глаза на политику российского правительства по отношению к нашей стране и высмеивают информационную пропаганду, направленную против Украины. Для десакралізації певних брехливих штампів російської пропаганди, для підтримки російського бойового духу, бо нам тепер треба працювати з ними. От, доносити до них якісь змісти. Якщо раніше ми були зосереджені саме на внутрішньоукраїнських проблемах, то тепер нам важливіше розвалити Російську імперію. Саме таке завдання ставить собі наше невеличке творче угруповання. Тобто будемо воювати до розвалу Російської імперії.